Привет всем, ребята. Давненько не был модов на Half-Life, а конкретнее давно, очень давно уже не был Half-Mods. Ну, давайте посмотрим мод. Называется на Clear Winter, типа ядерная зима. Да, так, еще раз. Переводится как ядерная зима. Вот уже дикое это музонище на задний план начинается. Короче говоря, в моде 29 карт. Мод довольно-таки длинный. Но тут нам пишут, что в 2017 году. То есть сейчас, да, в этом году. Ближний Восток запустил ракету на США. Ядерная, да? Как-то так. Время для атаки настало. Ну чё, давайте тогда. Играем... Так, стоп. Играем мы за Шепарда. Всё того же самого, да, старого доброго Шепарда. Вот, и мод весь какой-то темный, просто пиздец какой темный. Я не знаю, вам нормально, надеюсь. Просто мне сейчас реально прям темно. Даже если яркость на максимум прибавить, то уши не ставят. Не станет. Потому что опробовал. Хотя, в принципе, можно и так попробовать. Давайте еще раз попробуем, да? Так. Ну, собственно, ничего не изменилось. По-моему, даже стало хуже, если не ошибаюсь. По-моему, так и есть. По-моему, реально стало хуже. Ой, ладно, черт с ним. Опять что-то натворили. Либо это я что-то натворил. Давай, Шепард, wake up! Вставай, вставай, Шепард! Команд, давай! Пиздец, вот и все. Команд, Шепард! О! Наши ребята подъехали. Сейчас нам амфетаминчиков колят. По веночке нас прогонит, так сказать, чтобы получше было. Ну все, погнали. Итак, ну что, берем снарягу, ставим фуф на... Сколько там? 110, по-моему. Да, в принципе, я думаю, 105 хватит. Вполне, как говорится. Так, ладно. Будем стараться не щелкать на ночное видение, потому что это неприятно, я помню. Так, ладно, погнали. Ба-бамц. Опс, автоприцел, отрубаем. Так, ну, скорее всего, ребят, я попробую все-таки пройти эту игрульку. Примерно не скажу точно, сколько серий будет, да? Все, но я думаю, по крайней мере, серии 5 или 6 будет точно однозначно, потому что мод довольно-таки длинный. Вот, этот мод считается одним из самых худших модов на Opsing Force. Да и, в принципе, один из самых лучших модов на Half-Life. Да, не только на Opsing Force. Так что, ребятки, давайте посмотрим и заоценим, что это такое вообще. Так, ребята, помогать-то будете, не будете? Слушайте, у нас там медик остался, а? Мне вообще с аптечкой не помешало. Дверь закрыта. Дерьмо. У нас ниндзя бегают очередные. Я так понимаю. Это у нас типа арабы такие, да? Арабы-ассасины. Круто, а? Молодцы. Вот ничего не видно, вот реально прям на полном серьезе. Ничего ни хрена не видно. Вообще пипец. Причем играю я на обычных Half-Life, то есть это не Ксаш, ничего. Так что довольно-таки странно, почему так все темно. Очень странно. Ну ладно, черт с ним, посмотрим, что это будет дальше. Я потом смотрю, как это будет на YouTube выглядеть. Да и в принципе вообще как это будет выглядеть, да? То есть здесь будет нормально все, более-менее ярко, так сказать.
Бэ-бэ-бэ-бэ-бэ. Я не знаю, куда я пошел. Вообще без понятия, куда я пошел. Уже встречают нас убойная музычка. Ту-ру-ру. The Shepherd, ша-ша-ша-ша-ша. Да, еще разок. Охренеть, бля. Взяли, спиздили батарейку. И у нас прожектор вырубил. Смотрите, как прикольно сделали, да? Вот видите, типа, берешь батарейку, и эти вырубают с прожектора. Прикольно, да? Конечно, довольно-таки тупо. Но прикольно. Так, отлично. О, ассасинки. Вот гранаты нам дали очень вовремя, кстати. Бля, вообще ничего не вижу. О, отлично. Давайте пока так побегаем, а потому что вообще ничего не видно. Просто ничегошеньки не видно. Упс, упс, упс. Граната. Отлично. Как говорится, набираем очки. Так, наконец-таки. Наконец-таки поверхность. Бля, пиздец. У нас постоянно теперь такая музыка будет звучать. Так. Вас понял, вас понял. Иду на точку. Ёпти, мопти. О, свои, свои. О, ракетки. Базука, базука. Да, слышишь? Я надеюсь, это наш танк? Скажи, что это наш танк, чувак. Ох, ебать, лучше отойти. Мать твою, мать твою. Нихрена себе. Это что, он так постоянно будет стрелять? Ёб твою мать. Слушайте, ну башня его поворачивается быстро. Да-да-да. Так, отлично. Ну что, добиваем его нахер. Красота, красота. Так, что у нас здесь? Так. Честно говоря, даже соскучился немного по модам для Half-Life. Настолько давно, ёб твою мать, не играл. Что прям уже пипец. Ёб твою мать. А ну стой, сучка. Блять. Все хп поснимали, а ну все поснимали абсолютно. Так, 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 так. О, свои. А, там чувак сейчас походу начнет резать дверь, ну да. Ух ты, мать твою, нифига себе. Они меня преследуют. Там еще одна такая же? Не, нифига. Ребята, здравствуйте. Что у вас здесь есть? Ничего нету? Так, походу у меня кнопка эта не работает. Да, точно. Ой, дерьмо. Все, ладно. Да что ж такое? Ля-ля-ля-ля-ля. О, спасибо тебе большое, чувак. Кажется, меня втюху. Так, ну-ка. Пройдемте со мной, гражданин. Наркодилер, так. Бля, ребята, ложись.
Давайте-ка ствол у него отведем, чтобы он не пизданул наших случайно. Вдруг так нечаянно, вообще пофиг, кстати, на наших. Ложись! Блять. Что-то такси через жопу работает на самом деле. Вообще кошмар. О! Это что еще такое? О-о-о-о-о! Давай, господи. Чудеса здоровьем-то сделали, обалдеть. Здесь либо мощность понизили оружие, либо повысили здоровье у этих вражин, так сказать. Потому что мучиться они очень трудно. Очень-очень-очень. Че, опять? Интересно, а если бы он сдох? Потому что я кидал гранат, когда рядом чувак стоял, да, с танком. Я, честно говоря, не думал о том, сдохнет он или не сдохнет. Было бы интересно, что было бы, если бы он сдох. Так понимаю, было бы ничего. Ничего не было бы. Просто игра провалилась бы. Сказал, ну, все, гуляй. Проходи, как говорится, заново. Давай, 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 давай. Режь, режь, как сучку режь. Ох, ох. Так, это чужие. На тебе прям в щи. Ох ты, мать твою. Отлично. Very nice, guys. Упс. Что-то мне подсказывает то, что я не допрыгну. А, отлично. Так, ну чё, давайте-ка посмотрим, что у нас здесь. Ну, как видите, все внешне, в принципе, так же, да? То есть ничего особо не изменилось. В визуальном виде, так сказать. Вот, смотрите, это типа город. То есть противники те же пока. Ничего нового. Оружие все то же самое. Короче говоря, ничего нового пока. Чисто карты и т.д. Давайте-ка еще раз посмотрим на городок. Там вдалеке. Упс. Так, отсюда вылезти-то можно хоть, надеюсь. А то что-то. А, можно, можно. А что еще такое? Это откуда у нас эти чудеса взялись? Ёб твою мать. Та-дамс. Блин. Чуть не пойму, откуда они взялись, но да ладно. Я за бортом. Ах он су... Класс. Так, ладно, погнали. Давайте, бым. Сейчас самое главное не сдохнуться. Так. Водичка сейчас потечет, потечет. Потечет? Потечет, не потечет? Вот дерьмо, я задыхаться начинаю. А, все, отлично. А прикинь тогда, система заглючила и вода не откачивалась бы. Вот было бы круто, да? Так бы закончилась игра. Было прикольно. Так. О, о, детка. Нам никто не помешает с тобой. Порезать тебя на шурму. Такс. Ой, зачем я это сделал? Так, а чё мне это дало-то, я не пойму. А, все, 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 понятно. Ух, ебать, ложись! Так, там у нас... вражины куча, черт возьми. Блин, вот реально соскучился по модам. Давно не играл. Такс. Здравствуйте.
О. О, прикольно. Это что такое? У нас секрет? Или выход такой? Походу, выход. Бог, кстати говоря, неплохо, если бы такие секреты в модах добавляли, да? Ну, как в Quake, там, не знаю, по типу такого. Ну, просто так. Просто так по приколу, так сказать. Небольшие тайники. Такс. Ох, мать. Слушайте, они такие выносливые стали здесь. Это капец просто. Вот реально прям. Они просто дико выносливые. Так, у нас там нет никого. А то еще... О, опять. Под эту музыку надо косячок зафигаривать какой-нибудь. Реально прям как хиппи какой-то так. Блять. А пистолет не стреляет. Не знаю почему, но не стреляет. Эй, черт с тобой. На-на-на-на-на-на-на. Оп. Слушайте, красиво сделано, кстати. Не, реально так прикольно. Смотрите. Не, реально красиво. Необычным довольно-таки. Так, прокрутили свою башку на 150 градусов. Ух, ёб твою мать. Она еще и взрывается. Так, почему мой пистолет не работает? Там все отлично. Ну, стой, сука. Стой! О, привет. Здравствуй. О. Зараза. Думал, какой-нибудь тайник, хрен там. Упс. Чё там написали? Типа, упс. You screwed it up. Это что-то новенькое. Ой, ладно, не будем этот ящик трогать. Загадочный. Твою мать. Проследуем, как говорится, на выход. Который находится теперь непонятно где. Так. Давайте смотреть. Может, шнягу куда-нибудь надо эту... приструнить, так сказать. Правда, я не знаю, куда. Может, туда? Там, типа, у нас трещина в трубе. Может, ее окончательно надо дофигарить. Как следует. Так вот, так вот, вот, так вот. Все, пиздец, я застрял. Представляете, я застрял. Вот дерьмо. Слушайте, я угадал. Что ж, это приятно. Так, ну кусь-ка. Приятно то, что я не сдох, хоть я и застрял, но... О, блядь. О-о-о. Я так понимаю, нам точно не туда, потому что она слишком маленькая дырка. Блядь, слушай, все затопило. Ёб твою мать. Все к чертям затопило. О-о-о. А, я знаю, куда надо... А, нет, нифига, нифига. Стой. Сволочь. Быстрей. Быстрей. А, все, пиздец. Совсем чуть-чуть нам не хватило. Давайте все-таки посмотрим. Может, нам сюда? Не, ни хрена. Нам туды. Вот сюда. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Так, потом сюда. Давай. Потом сюда, сюда, сюда. Ура. Мы живы? О, ну-ка, вовремя. Не, на самом деле, кстати говоря, визуальная часть сделана довольно-таки красиво. Все сделано реально приятно. Очень приятно.
Такие довольно-таки, ну, не просторные локации, но такие масштабные, так сказать. Красивенькие, неплохо. Прикольно. Так. О. Так. Я кончился. Интересно, это у нас что за шняга? Может, это ядерное оружие? Давайте прям по городу шмальнем из ядерной пушки. Да, я... Блядь, давай. Давай. Прям в Пентагон так. На самом деле, я не знаю, что это такое. А, все понятно, что это такое. Это, скорее всего, надо было вот этой шнягой сбивать вертолет, как я понимаю, да? Но я его сбил чуть раньше, чем полагается. Так, понятно. Короче, от этой шняги смысла нет никакого. На данный момент. Ай, ладно, черт с ним, погнали дальше. Бум-бум. Open the door. Fucking. Так, может, надо как-то по проводам? Почему-то у меня складывается такое ощущение, что надо по проводам как-то пройти. Или нет? Чё-то не пойму. Ну ладно, сейчас посмотрим. Давайте-ка, оп. Как в Сталкере. Знаете, там можно по этим ходить. По проводам. Как бы это тупо и глупо не звучало, но так оно и есть. Там реально можно ходить по проводам. Так, ладно, что-то я не пойму. Куда нам идти-то? Боже мой. Боже мой! Зачем я сюда забрался? Вообще непонятно. Так, ладно. Может, его надо как-то дернуть, чтобы он упал? Вообще, мы не просто так отключили напряжение к забору, да? Значит, что-то здесь с забором должно быть связано. Не знаю, что. Ну что-то. Давайте думать. Так, здесь у нас нет ничего. Никакой дырки. Боже мой, у меня же глаза мозолит. Это шняга. Это шляпа. Что-то здесь не ладится, ребята. Кстати говоря, в принципе, можно было внутрь войти. Давайте попробуем врубить обратно. Нет, нельзя. Войти нельзя, так что получается надо что-то сделать здесь. Не знаю, может, надо взорвать. Я, в принципе, это и пытался попробовать реализовать, но у меня что-то нихуя ничего не получилось. Столбы все равно не падают никак, абсолютно. Ворота тоже никак не зароешь, потому что они находятся за камнем, который преграждает нам путь истинный, так сказать. Короче, на самом деле, не знаю, что здесь делать, ребят. Что-то я запутался. Может, что-то нажать надо, а? Насладиться атмосферой. Кстати, атмосфера здесь довольно-таки неплохая. Ну, что еще? Так, ладно. Давайте еще посмотрим, что у нас здесь есть. И пойдем, пожалуй, в этот, как его... Пойду, короче, посмотрю прохождение. Потому что я не знаю, что здесь делать. Может, назад он, кстати? Хотя, что мы там забыли? Мы оттуда, считай, только что пришли. Там делать, в принципе, нечего.
Ничего, я пойду посмотрю прохождение, может, что-нибудь там найду. Все, звездец. Боже мой, я упустил очевидную вещь. Я забыл то, что в Opsing Force там по веревкам можно лазить. Да. Вот такой, собственно, выход. Неужиданный. О, пулемет. Shit, man. Fuck you, Ines. Man, this is shit. О, йоу. Крутой музон. Танки, вертолеты. О, нихуя. Смотрите, прикольно. О, осторожно. Бля. Ребята, incoming. Давайте, let's go. One shot, one kill. Ну, типа, no luck, just kill. Ну-ка, бля. Да, мясо, конечно, дикое. Та-дамц. Еще разок. Блин, ты что ж такое? Бля, все, всех перебили. А, черт. Let's go. Нет, стой. Мужик, не стоит. Не стоит лицговать. Ёб твою мать, а что, бессмертный, что ли, не пойму? Ужас какой. Так, ну наконец-то, а? О, господи. Какой кошмар, боже мой, я в нем застрял. Слушайте, вот это пиздец. Боже мой. Это какой-то супер-пупер танк. Слушайте, это был кошмар. Самый настоящий кошмар. Что ж такое, а? Отлично. Сбеги. Ну-ка, стой. Отлично. Так, это сдох. Слушайте, у меня ракеты кончились. Все, отлично, сдох. Ужас. Просто ужас. Он за ствол потерял. Свой могучий. Большой ствол. Без ствола он никто. О, тихо. Так. О, еще один. Перезарядимся. И в очередной раз мы попадаем в парашу. Под крутую музычку идем по говну. Убивать такое же говно. Слушайте, какой кошмар. Здесь, походу, сейчас куча хит-крабов будет. Так что заранее себе очистим зону. Правда, непонятно от чего. Будем вот так вот бегать. Так вот, оп. Так вот, оп. Раз. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз. Ой, твою мать. Пипец. Так. О, крокодил. Гена. Гена, привет, Гена! Так, ладно, ребят. Давайте, пожалуй, на этом моменте закончим, да? Потом продолжим. Ой, ребят, по поводу метро, сейчас с основным компом проблема, так что не знаю пока, в ближайшее время получится выжить метро, попробуем, короче, все возможное там сделаем. Ну ладно, пока буду снимать этот, на Clear Winter, да, вот. Ну и этот, Brutal Doom. Что, кстати говоря, касается этого мода, это все-таки выпускал мозг как-никак. А здесь, я думаю, здесь даже говорить-то особо и нечего. Это хороший мод, прям, не знаю, атмосферный, красивый. Играть интересно, сложный достаточно. Так что, я думаю, стопроцентно хороший, короче говоря, хороший мод и все. Настоятельно советую. Ну а тем, кому лень играть, ждите нового видео, в котором я буду...
продолжать прохождение этого мода. В общем, всем пока, удачи, ребята. Потом продолжим. Пока-пока-пока.